Привет еще раз, ребята. Опять обзор еды. Ну, я как бы делаю обзор еды, что-то интересное показываю, какие-то интересные грани. Так-то мне не нравится, я не смотрю совершенно никакие ролики про еду, где просто есть что-то интересное, где обманывают там людей. Здесь вот такой вот лимонад, который из дорогих лимонадов, как вы видите. Такой лимонадик, он там рублей 30, может быть, даже 50 стоит. Это я купил за 10 рублей. Вот. Код можете посмотреть. Здесь где-то даты еще были. Green Me. А, вот даты. Так. Вроде видно. И дата не прошедшая. Вот состав. Как бы он натуральный. Неплохой лимонадик, но интересно в том, что вот его в магазине я купил за 10 рублей. Такой магазин круглосуточный. Как это получается, я не знаю. Такие добавки в других магазинах. Было подозрение, что это какая-то фальшивка, но я не заметил, в чем именно фальшивка. По вкусу вполне нормальный. Ну, может, кто-то из вас догадается, как так цены складываются, фиг знает. Ну что ж, на этом все. Пока. Lemon Fresh Max. Хороший лимонадик.